гастрольных хоров. В репертуаре хора произведения русских, зарубежных композиторов-классиков, современных авторов, обработки народных песен. Копилки коллектива – песни разные по стилю, жанру и содержанию. Гармония исполняет произведения не только с музыкальным сопровождением, но и акапелла. Музыка Аркадия Островского. Слова Льва Ашанина. Время. Маравская народная песня «Травы не растут». Перевод Крылова. Руководитель Рыкалова Елена Николаевна. Сорок лет пройдет.
Спасибо за выступление хору «Гармония». А мы давайте поприветствуем следующих участников нашего фестиваля. Аплодисменты! Детства Волоконской средней общеобразовательной школы номер 2. За годы существования коллектив стал настоящей лабораторией, формирующей и раскрывающей творческий потенциал учащихся, дающий возможность проявить себя каждому ученику хора и приоритетных направлениях. Хоровой коллектив является активным участником школьных мероприятий и праздничных концертов. Выступление коллектива отличается высоким профессиональным уровнем, яркой эмоциональностью, глубиной раскрытия художественного образа вокальной культурой. В репертуаре хора входит произведения русских и зарубежных классиков, народное песнопение, творчество и произведения современных композиторов разнообразных жанров. Круглов «Ночная богомолица», музыка Савельева «Слова Лицковского, мир вам, люди». Руководитель Лемешева Светлана Геннадьевна. Концертмейстер Стадникова Галина Викторовна. Thank you.
Цветком подснежником любуется столетняя зеленая сосна. Зеленой яркой краской сверкает пряный май. Планету нашу ласково солнце согревает. В этом зеленом царстве тоже есть свои артисты. На сцене вокальный ансамбль «Школьные годы» Лютановской средней общеобразовательной школы. Все учащиеся вокального ансамбля имеют достаточно большой музыкальный багаж и опыт выступления на сцене, принимают активное участие в музыкальной жизни. Школа, праздники, концерты, выпускные вечера, в селах, участники ежегодных рождественских праздников в храме Тихвинской иконы Божьей Матери, солисты Лютановского дома культуры, в районе, концерты выходного дня, культурно-спортивные эстафеты. В 2015-2016 учебном году вокальный ансамбль «Школьные годы» призер районного конкурса юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп», победитель районных конкурсов патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», участник областных конкурсов. В мае 2016 года стали лауреатами первой степени во всероссийском конкурсе «Другой мир». Музыка и слова Трофимова. Колыбельная для России. Музыка Игоря Крутого. Музыка. Руководитель Кузенко Ольга Михайловна. Thank you.
Yeah.